воскресный день. Мы с моей тетей Асей находимся в зоне отдыха. Как называется? Долина Аксаута. Долина чего? Аксаута. Долина Аксаута. Солнечная долина. Райский уголок Карачаево-Черкесии. Сейчас будем знакомиться со всеми достопримечательностями. Удобное место. Так, пошли, тетя. Кеттик, чугун койма, кет. Или утрамся, сен? Кайры барасы. Ну, походим съемки делать. Не хочешь? Сен, дай тур. Ой, не. Калайчивля. Вы можно, да, выйти? Выйди, вот посмотри там тоже. Посмотрю сейчас. Ой, тух-то сейчас. Здесь как называется это? Гостевой дом или как там? Это, вот это вот кафе. Кафе это? Ага. Как называется красавица кафе? Красавица, скажи. Ух ты, какое красивое. Посмотрите, в горах какое красивое, уютное кафе. Надо же. Так, ты смотри. А столы что? Что так мало столов? Да, столы же забрали. Куда забрали? На поле, наверное. Вон стол бар. Красота. Чистота, красота. Вот такое. Посмотрите. Курить строго запрещается. Штраф аж 5000 рублей. Вау. Вот такие домики. Прелесть какая. Где тетя? Какой плавательный бассейн под открытым небом. Как красиво, как уютно, как ухоженно. Ну, приезжают с отдаленных, не отдаленных и отдаленных районов отдыхают люди. Прелесть. Просто прелесть. Вот воскресный день, полно людей, людоход, люди отдыхают. Люди отдыхают. Ой, шашлыками как вкусно пахнет. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, какие шашлыки. Вы сами для себя или для людей делаете? Для себя сами? Ух ты. Какой интересный мангал. Большой. А это что вот здесь? А, здесь тоже вода. Бассейн здесь тоже. А, будет накачивать. Видите, казанок тоже, чтобы варить что-то. Все условия.
красивый хвост. Павлине, ну надо же. Ну как вот так можно иметь такой хвост от природы? Люди тоже с рудиментарными хвостами рождаются. Некоторых визуально, а некоторые историю себе такую павлине строят. Волейбол играют. Сколько радости у людей. Шашлык. А какой навес, посмотрите. Таверна. Растения сверху растут. Приятно как. А и там тоже. Многолюдно. Такая детская площадка для малышей, для взрослых. Сушилки. Видите, домики. Несколько домиков, много. Десяток. Такие розы. Видите, красивые. Вообще супер. А горы какие. Топор. Вот такие с этой стороны. Домики. Навесики. Вот такие интересные. Эти. Там фонтан, прачечная, красивые девушки, красота. Пойдем. А там кони. И кони для конкура. Вон там кони. А здесь вот железные кони. Прелесть. Одним словом, прелесть.